лидеры отрасли собираются. Там регуляторы, представители, так сказать, банковского сообщества, финансовых организаций теперь уже шире, да, и также разработчики, поставщики услуг в области информационной безопасности. Это встречи с единомышленниками и, так сказать, людьми, которые там близки тебе по духу. Вот в этом там плане лично для меня это интересно. За счет обратной связи мы можем, так сказать, свои идеи высказать. Повлиять на там, формирование той же нормативной базы, чтобы она была с учетом наших потребностей, требований, взглядов. Коллеги, мы обращаемся ко всей отрасли. Ждем вас на Урале. До встречи в феврале.